пошел отсюда! Андрей Болотин. Антон Алексеев. Это рубрика «Не слабо». Сегодня работаем головой. Нарисуй граффити. Получишь 200 гривен. Под раздачу попадет сегодня тот, кто нарисует меньше котиков. Дети, кто хочет котиком быть? Класс! Котиков любите? Обожаю. Мяу, у меня есть кошка, которую Варя зовут. Она очень красивая кошка. Самая лучшая кошка на земле. Андрей, ты попал! Носик, усик. Я бежала на службу, вот я на работе. Еще одного, Варя. Еще одного. Кто еще? Я! Ну, хочешь питаться? Да. Сколько кошатины? 11 маленьких котят. А у меня одна кошка. Бедная голова. Как вы относитесь к граффити, к искусству, к рисованию? Извините, проще вопрос. 200 гривен выиграть. Это лучше. У нас есть две банки краски. На головой написать на стене не слабо. У тебя отличная кисточка на голове. Ну, ты же все облизал. У нас было аккуратно. Пол мокрый или на стене? На стене, вот на заборе будем писать. Давай, 200 гривен. Да давай, 200 гривен. Так он на опыте уже. На каком опыте? Покажут по телевизору. Телевизор. Поехали. Поехали. Кто быстрее напишет четкую надпись «Не слабо» на заборе, тот и получит 200 гривен. Все, кисти в краску, поехали! Пытается? Еще, еще. Во, хорошо, вторую палочку. Давай, Андрей, макай еще. Давай, Н, Е. Рисуй меньше, он реально меньше рисует буквы, у него получается лучше. Давай, 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 давай. Рисуй ниже, под «не». Или так, пиши, пиши, С, давай, хорошая С, давай. Есть, есть, давай, 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 давай. Б, 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 давай. Стоп! Да! Молодой человек, а можно вас на секунду? Нужно оценить. Так, независимый эксперт с улицы. Как... Прочти, пожалуйста, что здесь написано зеленым. Не слабо. А красным? Не слабо. Вообще зеленая лучше. Yeah! 200 гривен, к сожалению, остаются сегодня у нас. Шампунь я тебе не куплю. Это была рубрика «Не слабо», это Андрей. Это Антон. Это Андрей. Это Андрей. Это Андрей. Пока!